Меня зовут Лара Шум, и сегодня у нас прекрасное упражнение, которое называется «Благословляю». Ничто так не лечит наше сознание, наше мышление, наше отношение к миру, как добро. Добро, исходящее от нас и к нам же возвращающееся. Добро проистекает из любви к самой своей жизни, к себе, своей вселенной. Как же настроиться на волну добра, если не все так желанно для вас складывается, и вокруг вас много людей, погруженных в свои плохие настроения и недовольства? Для этого есть очень простая техника. Благословляю. Позвольте себе сегодня быть немного ангелом Божьим. Суть техники такова. Когда вы где-то находитесь или куда-то идете, обратите внимание на лицо конкретного человека. И в этот момент отправьте ему от себя «Благословляю». В этот самый момент лучик добра пройдет через вас к этому человеку. Дальше другой человек. И так больше и больше. Щедро раздавайте ваши благословения. Ведь у вас их неограниченный космос, а ему не хватает. Вы очень скоро заметите, как такая простая техника наполнит вас радостью и даст спокойствие общаться с теми, с кем вам общаться сложно. Итак, сегодня ваша роль – ангел Божий. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите своим друзьям об этом видео. Вдруг кому-то оно пригодится.